саженцы можжевельника китайского робуста Green. Это изящные и неприхотливые кустарники с заостренной кроной и голубовато-зеленой хвоей. Выгодно смотрится и как солитера, и как дополнение ландшафтных композиций. Максимальная высота крупномера 3 метра. Сорт является медленно растущим. Побеги густо усеяны короткими, как чешуйки, темно-зелеными иглами. Из куста можжевельника китайского робуста Green прекрасно формируются бонсаи. Достоинства. Взрослые растения морозостойкие и не нуждаются в укрытии на зиму. Хорошо растет на солнце и в полутени. Что нужно учесть? Нуждается в легкой влажной почве. Не терпит застойную влагу. Молодые саженцы весной необходимо укрывать от солнца. Можжевельник китайский робуста Green – это кустарники. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.